И всем привет, меня Александр Сачков, и сегодня я вам покажу, что можно сделать с симкой Билайн и с ножницами. В общем, мы сегодня будем пилить эту симку, ну, точнее, как спиливать. Ну, в общем, нам нужна просто симка и ножницы. На этом, наверное, все, Итак, давайте начнем наш эксперимент. Так как я нормальный ютубер, ну, точнее, как нормальный, ну, который там не монтирует видео, так как вообще монтаж супер был. Я просто решил просто снять, там чуть-чуть отмонтировать и сделать все. В общем, для этого эксперимента нам понадобится симка Билайн. То есть, вот, можно показать, что она реально оригинальная. Вот она, наша симка. Сим-карта Билайн. Так. Уже были у меня эксперименты со симками, где я их замораживал, сделал и все. В общем, нам дальше нужны ножницы, вот они ножницы. У меня такие, вы можете использовать другие, если вам нужно. В общем, берем эту штуку, но мы ее резать как бы не будем, нашу симку, мы просто ее немного испортим. В общем, берем, открываем их, так, берем, так, берем ножницы. Это все сделать очень просто, так делаем, чтобы они были у вас в руках, то есть вот так, это понятно, вот так, то есть мы будем сейчас, вот это вот, тут темно, ну ладно, наверное, так будет нормально быть, так, берем просто, блин, камера не видно, ладно, берем и начинаем, так, что-то не получается, ну ладно. Давайте как-нибудь вот так. Я даже не знаю, как придерживать-то. Чтоб получилось-то. Так как-нибудь. Так. Вот так, да. В общем, что будет, если ее поцарапать? В общем... Да, это сложно в одной руке держать телефон, смартфон, в другой руке ножницы, еще одновременно пилить что-то. Так, еще камера так снимает вообще. Ужасно. Так. В общем, понятное дело, вот, что у нас сейчас получилось. Я сейчас просто все удалю, половину материала, ну ладно. В общем, я не знаю, почему не так видно, но ладно. Вот можно увидеть, где... Я просто не знаю, почему так камера не делается. Ну, ладно, это так понятно. То, что вот наша Билайн. И, в общем, вот она немного у нас поцарапанная стала. В общем, сейчас мы продолжим наш эксперимент. Смотрите и не переключайтесь. В общем, друзья, ребят, люди, короче, кто это смотрит видео с этим экспериментом, вот что у нас получилось. Да блин, у меня, короче, она не настраивается, камера, ну ладно. Можно увидеть то, что это я ее все стер. Тут тоже, так вот, даже мусор здесь остался. Блин, почему она не делает и не настраивается камера? Да, в общем... Сзади у нас есть тоже такая вот штука. Вот. Вот, можно увидеть то, что я здесь немного тут сделал. Вот. И немного вот это вот. Можно увидеть то, что она блестит. Вот. Тут. Короче, это видно. В общем, что у нас получилось, в общем? Сейчас мы просто вот так берем ножницы наши. Берем нашу симочку. Так. Делаем вот так. То есть ставим симку. И сейчас я, блин. Ну ладно. Так возьму ее как-нибудь. Опс, ладно. Так. Берем нашу симку. Давайте я чуть-чуть здесь как-нибудь ее помогу, чтобы видно было вот так. Сейчас, в общем,
В общем, мы взяли вот так симку. И теперь смотрите, что получится. То есть это реально не фейк. Вот, смотрите. Блин, соскочил. Что случилось? Что случилось? Почему? Ох, ни хрена себе. Ох, ни хрена себе, ребят. Офигеть. В общем, ребят, она не сломалась вообще никак. Это можно заметить. Ну да, чуть дырочка есть там. Ну как бы это не заметно. Ладно, поехали дальше. Ставим еще раз вот так. Я так прижимать немного буду. И вот, раз, два, три. Ну почему она так неправильно как-то делается? Сейчас она опять влетит. Не. О, блин. Вы это видели, ребят? Там чуть. Что мы сейчас можем увидеть? Что у нас здесь происходит вообще? Вот что получилось. Здесь немного отвалился кусок. Вот он. Можно увидеть. Такой белый от симки. И сзади немного тоже, видите? Ставим нашу симку так. Давай-ка, пожалуйста. Ну почему? Сейчас немного придержу вот так, чтобы было так вот. Блин, она опять неправильно. Сейчас. В общем, ребят, я уже начал что-то. Давайте. Раз, два. Давай. О, все. Ребят, мы разрезали нашу симку. Так, надеюсь, это видео хотя бы лайков 100 наберет, наверное. Потому что не каждый сломает свою симку, на которой было 100 рублей. Блин, надеюсь, мне ее вернут, поменяют, точнее. Хотя хрен его знает. Так, что у нас здесь внутри? Внутри я не увидел ничего, потому что, во-первых, не настраивается камера, это дело не в монтаже, это дело вот в съемке с телефона, потому что у меня что-то телефон не снимает так, как надо, то есть он не увеличивает, хотя может там как-то он может делать, но вряд ли, наверное, так. А, да, он может там вот так вот настраиваться чуть, чтобы показывало, но, ребят... Так, в общем, да, оно перенастраивается, вот видно немного, что вот так у меня получилось, так у нас симка получилась, посмотрите, вот так она получилась, я немного не так ее разрезал, но ладно, то есть это не фейковое видео, это реально вот так вот получилось, то есть видно то, что симочка вся стала разорванная. Да, теперь хорошо что-то снимает. Даже вообще. Каждый мусор, вот. Сколько от этой симки мусора можно увидеть. Смотрите. Вот что получилось. Вот. Это наша симка. Вот какая она была, какая она стала. То есть. Так. Но мы еще не закончили, так как мы сейчас еще порубим на несколько
кусков. В общем, сейчас продолжим мы. В общем, давайте. Итак, друзья, что мы здесь видим? Так, настроилась вроде камера. Мы видим здесь то, что я разрезал ее на несколько кусков. Это видно. То есть давайте теперь ее как-то соберем. Хоть как-нибудь. Я не знаю, как это сейчас будет у меня получаться, но у нас есть теперь 5 симок, 5 кусков от симки. Так, вот смотрите, сколько мусора вообще от этой симки стало. Вот это вот все мусор. Вот сколько дофига все мусора от одной симочки получилось, которую мы просто пытались разрезать. Так, в общем, ладно. Давайте соберем, попробуем ее. Просто соберем как-нибудь. Так. А ее собрать, наверное, не получится. В общем, ладно, все понятно. Вот, то есть, это не фейк. Это вот наша симка. То есть это реальная симка была. Вот тут ее все куски. Вот. Блин. Вот так вот мы разрезали симку нашу. Вот так. Хоть я ее не показал, но ладно. Это тоже было весело. В общем. Только ради всего вас, ради лайков, ради всяких просмотров. И теперь даже у меня вот руки грязные немного в этом. В этом вообще во всем. Теперь у меня все руки. Вот, можно заметить то, что вот маленькие такие кусочки от симки у нас есть на руке. Так, ладно. Так. Так вот мы сделали. В общем, ребят, вот так вот получилось у нас. Только с ножницами. В общем, продолжение следует. Так что смотрите, что будет у нас дальше. В общем, друзья, мы разрезали как-то. Сначала мы ее немного порвали, потом, короче, сделали. Короче, мы сломали симку, на которой реально валялись деньги. Ну ладно, как бы, сейчас уже все. Она сломанная, вот тут валяется. В общем, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Нубас очень прикольный канал, там будет прикольное видео. Там будет с Outlast'ом видео с Escape from Tarkov. Все эти будут прикольные видео на канале, но немного позже. Кстати, завтра смотрите хэллоуинский стрим от Нубаса. Он будет идти в 12:00. Так что смотрите. Стрим будет трехчасовой, так что не пропускайте, потому что это реально будет круто. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сачков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Добавляйте меня ВКонтакте. ID 53 55 44 63. И всем пока!